Замок, мультилок, ванлок, защитные шторки применяются на автобусных, на автобусах ставятся. Цилиндровые пины, точность очень высокая, сила натяжения очень большая. Аккуратно вставляем инструмент, так же самое аккуратно выводим его. В данный момент мы открываем влево, вправо. Влево тоже открывается, но времени подольше. Усиленный манипулятор тут стоит. Не забываем за отстрел, потому что пины так или иначе передавливаются ниже уровня. Вот так вот. Она блокируется, но вытащить инструмент можно и дальше провернуть. Так, попробуем теперь вправо, влево. Когда опускаем манипулятором, разрешаем, ослабляем силу натяжения. Вот и вправо.